стали такими родными, что такое ощущение, что мы всю жизнь друг друга знаем, да? Вот, ей просто выезжать скоро. Да, и мы попросили ее, ну, сказать что-то. Соберись. Что же говорить не начала? Ладно, все хорошо. Да, на самом деле я вспоминала, что буквально вот 3 месяца назад, когда я пришла первый раз... Я когда 3 месяца в эту заправку поду и дохну цирку. Пришла в церковь сюда. И я помню, я выходила, рассказывала тоже свидетельство, как я попала сюда, кто я. Помню, свидетельство, как попала на хтука и куя сама. И я думала... Вау, 3 месяца, так много, и так смысле, классно. Вау, 3 месяца, это толком много. Я сейчас сижу и думаю, куда они вообще пролетели? Я смысле, скорее за минах от этих дней. Да, ну я рассказывала, как я попала сюда, что поделях, как попала вообще это какое-то огромное чудо, и как чудо. Бог сюда привел. И как Господь меня доведет тук. И я сейчас вспомнила, как я вообще приехала сюда на работу на 3 месяца. За работу за 3 месяца. Но когда я приехала на эту работу и сидела, и понимала, что это просто ужасное место, ужасная работа. Ужасная работа. И я не хочу там работать. И я с низком до работы там. И я сидела и говорила, Господь, неужели... Ты меня я полмира проехала. А с минах половин свят. И ты привел меня на это и ужасное место. Ты меня довел тук на това ужасное место. Я же так молилась, чтобы ты вел меня, чтобы быть в твоей воле. Чтобы быть в твоей воле. Быть там, где ты хочешь меня видеть. Там, где ты тискаешь, да меня видишь. И я сижу вот здесь вот, и что я должна быть здесь? Нет, ты не мог так сделать. Я стою там, если мыслях, ты не можешь, да направишь такая. И я помню, когда первый раз я пришла сюда в церковь, вспомню, в среду на молитвенное. В среду на молитвенное служение. Знаете, мне кажется, это такое, как глоток свежего воздуха, какой-то надежды. Твоя беше като глотка свежего воздуха и надежда. Что нет, у Бога точно есть какой-то удивительный план на эту поездку. Че Бог 100% има план за това пътуване. И так реально и оказалось. И така се и оказа. Может быть, это глупо, но может я реально глупого, верю, что Бог обаче, провел вярвам, меня вообще через полмира для того, чтобы я приехала в вашу през церковь. През половин свят, за да ме доведе тук в вашата църква и да буда тук. Да. И я в пятницу тоже с ребятами на молодежке делилась вообще теми мыслями, которые были у меня на протяжении этого времени. Чему Бог меня научил. И на какого Бог меня научи. Вообще, как прошло это время, какие чудеса были. Время, сколько чудеса имах. И знаете, каждый раз, когда я вот кому-то рассказываю эту историю, и поверьте, я часто рассказывала. История, пока я рассказывала честно. Я просто не могу поверить, что это со мной случилось. Просто не могу доповерить, что с меня се случит това нечто. Бог настолько меня благословлял все эти 3 месяца. Бог толкова много меня 3 месяца. Это вообще невероятно. Това невероятно. Ну, просто абсолютно каждый день... И просто абсолютно всякий день чем-то. Беше пыльно состояние. Да, были тяжелые дни, были тоже дни, какие-то трудности. Имаше и трудности. Были сомнения, но... То, чему Бог научил меня за это время, то, как Он меня изменил, то, как Он возрастил меня, это вообще что-то невероятное. И, конечно, хочется благодарить сильно вас, потому что с первого воскресенья, с первого встречи я почувствовала, что я попала в семью, и... Это так, потому что вы семья. За что-то вы, это казалось, вы реально семья. Вы не просто церковь, вы реально семья семейство. Любовь, которая у вас есть, любовь друг такую, к другу, к Богу, она чувствуется друг, просто буквально во всем. Во всичко. И я действительно счастлива я попасть в такую сам семью, да попадна, и такого здесь, семейства, и да служить тук, и да буду тук. Не знаю, сложно, ты меня сбиваешь. Я знаю, я чувствую. Ну, правда, это правда. И еще хотела очень сказать, что вы действительно живая церковь. Мне нравится, что после почти каждого собрания, да после каждого, наверное, мы сидели с ребятами и говорили, блин, такое сильное прославление, такая сильная проповедь. Младежите собирахме и казахме, эхе, колко сильна проповедь и силно служение беше днес. Да, это действительно честь была служить с вами и быть в этом месте. Честь за меня, да буду тук и да служу заедно с вас. Я действительно верю, что
вы будете только расти, что вярвам, вы принесете пробуждение в эту страну, что Бог будет такие вещи через вас вообще творить. Че Господь ще твори такие реально, чудеса через вас. Реально это так. Это... И твоя наистина така. И не знаю, как и что будет дальше. Не знаю, какво ще е нататък. Пока на сердце такое, что очень хочется вернуться. Обаче, сега чувствам, но... че много искам да се върна. Я шучу и говорю, что я в жизни о Болгарии не думала. Обаче, се шугувам я и казвам, че никогда бы сюда не приехала. Не мислих за Болгарию, никога не бих но дошла тук. Но когда говоришь Богу, Бог, пожалуйста, веди меня, обаче, куда ты хочешь. На Господа, хочу да казваш, быть в твоей воле. Ме, ти искаш, хочу делать да то, что ты хочешь, воля, чтобы я делала. И да правя това, което ти искаш. И Бог приводит в самые неожиданные места. Господь довежда в най-неочакваните места. Да, вообще не самые. Не и най-лошите, обаче. Да, поэтому спасибо вам большое. Очень рада познакомиться с каждым. Благодарна за все гостеприимство, за всю любовь, которую вы проявили. Благодарна за цялото гостоприимство и за цялото любовь, буду молиться за вашу церковь. Я ще се моля за вашата църква. Надеюсь вернуться. И се надявам да се върна. Да.